Всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Ярик Лапа, и это у нас Dark Deception, прикольный инди-хоррор, в котором нужно собирать шардики и убегать от монстров. Стандарт, давайте будем выживать. Так. Меньше слов, больше дела. Так, шардики, это хорошо, но и выжить не помешало бы. Так, все, понял, все нормально, все, чики-пуки. Так, бегом, сколько уже забрал? Нормально, чики-пуки. Так, вот он. Ху-ху-ху! Какой манки прикольный! Ладно, все, бегом. Сюда. Какая скорость? Понял, они нашли меня. Конечно нашли, ну-ка ты, конечно. Здесь они. Monkey kill. Чё ты ржёшь, а? Помогай лучше, а? Ржет оно. Да я и так знаю, что monkey kill. Она мне говорит monkey kill. Ты что, издеваешься? Ну, понятное дело, что кровяша на весь монитор. Это само собой. Завалили, значит? Да, конечно. Понял, не дурак. Здесь нужно забрать. Да понял я, что бежать нужно. Понял я. Понятно. Бежи за мной! Бегом! Понял! Бегу! Дрожь уже все в дрожь. Тело все в дрожь. Сколько можно-то? Да. Ран-та-ран-ранчик-ранчик-ран-та-там-драм-та-там. Трам-там-там, тра-та-та-там, тра-та-та-та-та-та-та-та-там. Да. Где-то один был шардик. Так, все, Ярик, успокойся. Так, спокуха. Так. Так, эти одиночки нужно. Сожрали! Чё ты ржёшь, блин? Хватит ржать-то, ржёт оно ещё, блин. Чё ты ржёшь? Блинчик ты, а? Так где-то оно назад, возвращаемся назад. А чё? Да мне нужно собрать 6 ещё и 7. Да что ты говоришь? Да сыр... Kill. Ну понятно, что килл. Килл так килл, убили, схавали. Да, давай. Поехали. Потихонечку, не спеша. Все гуд. Чё там, как делихи? Маупочки, как делихи? Все гуд, все хорошо. Во-хо-хо-хо-хо, какие маупочки дерзкие. Дерзкие маупочки, ага. А шардиком по башке, не? Да понял я, понял! И здесь сожрали опять, да? Здесь где-то было. Один был. Да понял я, все нормально. Чё ты здесь стартуешь ко мне, а? Я тебе что, блин, друг или что? Стартует оно еще, блин. Бежит уже, идет ко мне. Харе, может полегче, а? Ты потише, дружище, ты потише немного, окей? Ты смотри, и здесь оно еще. А я так здесь, вот так, а потом вот так в стенку и врезался в стенку и ничего не видел. Подождите, здесь сколько? Я тебе ща дам, никто меня не найдет. Никто не найдет. Ярика Лапу. Мне еще чуть-чуть осталось. Там еще чуть-чуть, 11 шардиков. Это нужно сделать. Это я обязан. Вот чё, какая красава стоит, улыбаха. Так.
Так улыбается ко мне, так иди ко мне, говорит мне. Иди ко мне. Полюбим друг друга. Да ты что? Серьезно? 4 шардика. Это нужно аккуратненько, это нужно не спешить. А! Как некрасиво вышло так резко, так как-то, ну ты чё стартуешь? Может, это двойно чуть-чуть так... Понял я, понял, всё, понял. Всё, они злые, потому что я почти всё собрал. О, 2 шардика! 2 шардика! Попробуй только меня поймать. Да ты не поймаешь меня, слабо! Я реколапу-то, а? Я реколапу, а? Не сможешь сломать. Это просто невероятно. Что такое слабо? Да иди ты, блин. Шардики, да я знаю, что они где-то там. Но попробуй ты подобраться туда. Они же там стоят. 2 шардика. 2 шардика. Попробуй только. Да понял я, идет он, идет ко мне, идет. Это уже как-то серьезно, знаете? Вот, последний шардик, и смотрите, сейчас меня 100% кто-то поймает. Вот, вот так назло, знаете? Потому что у меня жизни нет, и они прям знают, что нету жизни, и сейчас поймают. Вот когда у меня их много, и вот я так пробовал, и знаете, ну так вот реально. Блин, а где-то здесь-то было. Блин, ну вообще, ну как? Ржет, чё ты ржешь? Чё ты ржешь? Это нечестно, это подлость. Давай еще. Меньше слов, больше действий. Блин, на эту сторону. Давайте. Ох-хо-хо, как это экстремально-то все дело было, нет? Не поймаете меня, нет? Нет, нет. Какая охота? Какая охота? Есть! Все, 0 шардиков. Нужно найти выход. Теперь нужно найти выход. Выход. Есть! Да! Детка! Да! Да! Вот так нужно побеждать! Обезьянок. Вот так нужно собирать шардики. Ладно, хватит, ребята, хватит. Это у нас был Dark Deception. Классная, классная, прикольная, небольшая игрушка. Крутой инди-хоррор. Спасибо огромное за просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч!